пришла к Гердюшке почесать ее. На улице, не хочет в домик заходить. Все. Расческу? Что ты, расческу увидела, пришла сразу, да? Или ты в надежде, что здесь еда? Ты в надежде, что здесь еда? А здесь не еда. Я тут у нее увидела на голове шерсть клочками. Да, голову причесывать особо не дает, и шерсть вот свалялась клочками. Думаю, надо хотя бы вот такой щеточкой ее почесать. Да, хорошо же будет, Коська, хорошо же. Кися. Иди, моя сладкая девочка. А то вот тут вот, вон, шерсть прям вылазит клочками. Потому что она свалялась. Потому что кто-то не дает на голове шерсть свою вытесывать. Вон, прям торчит. Кис, ну хорошо же как, смотри, как здорово. Садись, я тебя буду расчесывать, садись. Ой, какая спинка, какая шерстка блестящая вся. Ой, какая блестящая шерстка. Вот расческу не очень любит, а вот щеточку такую очень любит. Да потому что, скажи, она гладит, а не чешет особо, да? Ой, вот как хорошо, моя сладкая. Ты на улице там не замерзла? Нравится тебе, да? Все у тебя на голове в разные стороны, как у моськи, шерсть растет в разные стороны. Киска, моя сладкая кошка. За ушками здесь вот тоже не дает особо расчесывать. Приходится такой вот щеточкой, да? Хорошо, что щеточку, скажи, нашли такую. Щечки, скорее давай, щечки. Ой, сколько шерсти, ты посмотри. Ты мой хорошенько. Коська! Коська! Сейчас мы тебя всю расчешем. Всю причешем, всю расчешем, косочка моя. Щечки давай, щечки. Щечки давай почешем, щечки. Хорошо же, да? Нравится так само. Ой, какая красивая девочка, какая красивая, какая хорошая моя, какая умничка. Сидит, расчесывается моя звездочка. Ой, девчоночки мои, вот привет. Папа, кстати, пришел, теперь ты скажи мне почеши тогда. Я пришел, ты просто... А ты что сразу так маму бросила? Фу, девчат, я вроде на улице дела закончил, собрался идти домой. Привет, мой хороший. Ну-ка, пойдем вот там, где попросторнее, а? А лучше даже там, где еще и присесть можно. Ага, я тоже тут присела сначала. Ой, держите, это вам. Я понял. А вот это? Ты куда ушла-то? Пчелка. У меня из двух ингредиентов есть только один. Кися. Лаполь, пойдем почешем. Почешемся. Пойдем. Пойдем, мой хороший. Пойдем скорее. Но это руки пыльные. Там убирался, лампочки всякие менял. В результате, собственно говоря, если так отчитаться, мы поставили с тобой 3 года назад 6 вечных ламп в гараж. Сейчас там 4 вида разных лампочек. Здорово. Здорово. Вечные. Они такие вечные. Но знаете, для однодневки это вечность. Идем, обниматься. Ладно, в сторону, чесалку. Знаешь, что нам с тобой нужна? Вот, обнимушки, давай, обнимушки делай мне. Делай мне обнимушки. Мужчина. Молодой человек. Вы нас в ресторан еще не водили. Красота. Что там, шапку моя? Гулять тебя выпустить, да? Ну пойдем. Шапку. Гулять тебя выпустить? Пойдем. Шапку будешь носить? Чтобы не мерзли. На тебе шапку. Шапку надела, на улицу пошла. Шапку надела, на улицу пошла. Иди. Хорошо? Пойдет, слушай, ну ведь пойдет в шапке реально. Пойдет, а что ей? Открывай. Ну Паша, смешная. Открывай. Вот, ой. Шапка потерялась. Да. Ой, па, шапка потерялась. Ой, шапка упала, пойдем. Надену. Если упала. Открой как ей. Так красиво. Это все замерзло. Смотрите, территории красиво обратно возвращаться. Потому что с этой стороны снег наметало.
Там идешь просто вот белые аллеи. Ну, ага. То, что я задумывала, только зимой. Очень красиво. Очень.